Вот, папа включился на минутку. Тут прибежали возмущенные, возмущенные морды лохматые, да? Я тебе игрушку твою не дам. Не дам игрушку тебе. Три раза перед прогулкой и мама, и папа пытались попоить в отказ. А пришел на площадку и все сидушки облизал. Выпил воду. Что, халявная вода вкуснее? Ну-ка, хватит. Все, не дам тебе, загавкайся. Сейчас еще полчасика и пойдем уже домой. Так что погавкаешь, погавкаешь, да успокоишься. Так близко ты на папу еще никогда не гавкал в камеру. Прямо работаешь на камеру, гафнюк. Ну, все, не дам я тебе игрушку. Иди, иди отсюда. Иди гуляй. Иди гуляй. Все, иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди. Все, не пугай зрителей. Всем доброго вечера и доброй ночи. Пока. Следующие выходные за папой. И мы будем гулять днем. Наверное, у нас будут ролики повеселее, поспокойнее. И не такие гафнистые, как сегодня. Не дам я тебе игрушку. Все, не дам. Папа тебя наказывает. Такое вот наказание тебе, Господне, от папы. Все, всем пока. Да ты, я смотрю, да ты, смотрю, не так прост, как я погляжу. Иди сюда. Нет? Да я смотрю, ты не так прост. Все, 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 все. Ну все, сейчас погавкаешь и успокоишься. А то сейчас начнет народ возмущаться, что противная собака, гавкающая инакомка.